графику министра иностранных дел Российской Федерации. 22 ноября участие в совместном заседании коллегии МИД России и МИД Беларуси. Программой пребывания предусмотрена встреча с министром иностранных дел Беларуси господином Макеевым. В ходе переговоров состоится предметное рассмотрение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического сотрудничества с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов России и Беларуси от 15 декабря 2015 года. В соответствии с повесткой дня совместного заседания коллегии, вы знаете, это традиционное мероприятие, будут обсуждаться основные направления межмидовского взаимодействия по продвижению общих подходов в ООН, развитие интеграционных процессов Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отношения с европейскими партнерами, совместное противодействие попыткам фальсификации истории. Я также хотела сказать, что в эти же дни, если говорить конкретно, то 21 ноября в Беларуси откроется филиал Российского центра науки и культуры. Речь идет о городе Гомель. Это важное событие для гуманитарных отношений двух стран. Оно пройдет под знаком 25-летия СНГ. Торжественное церемония открытия примет участие глава Россотрудничества и Любовь Николаевны Глебова, заместитель министра иностранных дел России Игорь Лешкарасин, планируется присутствие чрезвычайно полномочного посла Российской Федерации в Беларуси Александра Александровича Сурикова, заместитель государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси, член Постоянного комитета Бомбиза, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь, также, по нашей информации, планирует посетить это мероприятие. И, конечно, мы исходим из того, ceremony, что руководство Гомельской области, города, также примут участие в открытии филиала Российского центра науки Gomel и культуры в своем родном городе. Деятельность филиала Российского центра будет направлена на развитие культурного диалога, добротивских связей, сохранение единого исторического и культурного пространства. Мы исходим из того, что оно должно способствовать дальнейшему укреплению гуманитарного сотрудничества России и Беларуси. Танцы потом. Следующее мероприятие, о котором я хотела бы сказать, 23 ноября состоится встреча министра иностранных дел России с президентом Международного комитета Красного Креста Петром Маурером. Он будет находиться в России с рабочим визитом. Министр иностранных дел России и президент Международного комитета Красного Креста обсудят актуальные вопросы взаимодействия России и этой организации по совместному реагированию на гуманитарные кризисы по всему миру. Особое внимание будет уделено обстановки на юго-востоке Украины и ситуации в Сирии. В частности, вопросам оказания гуманитарной помощи гражданскому населению. Мы уверены, что предстоящий рабочий визит господина Маура в Москву придаст дополнительный импульс этому сотрудничеству. 24 ноября в Москве запланированы переговоры главы внешнеполитического ведомства России, заместителя премьер-министра правительства, министром иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Фам Минем, который будет находиться в нашей стране с официальным визитом 23-24 ноября. Предполагается обсудить состояние перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия. Как вы знаете, наши отношения имеют характер всеобъемлющего стратегического партнерства с акцентом на расширение политического диалога, наращивание сотрудничества abandon its nuclear energy and to implement the joint project with Russia. По итогам переговоров предусмотрено подписание плана сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в 2017-2018 годах. 24 ноября, в этот же день, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в Москве с избранным на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций господином
the new Secretary General of the United Nations. They're going to speak about the regional conflicts in the world and stepping up efficiency of the United Nations, as well as reforming of this organization and interaction with the Secretariat. On the 25th of November, there will be a traditional meeting of Russian Foreign Ministry Lavrov the Collective Security Treaty Organization members, which will be attended by the Secretary General Бардюжа and the head of the Joint Staff of CSTO, General Colonel Сидоров. During the meeting, the pressing issues of international and regional security, as well as international coordination, are going to be discussed. Now,